у меня сын, там 10 лет ему, Ваня, и мы с ним вместе, вот, сейчас сегодня его нет, но вообще мы с ним вместе едем на соревнования, участвуем, нам это нравится. Дети, поэтому такое игрушки. Просто такие, как бы, ну. Да, да, да. На этих соревнованиях это прям очень, очень сильно чувствуется.